ты мой. Они же прям сами напрашиваются, такие вот девицы. Пора бы уже стать умней. Мне надо прилечь. Что ты делаешь? Не бойся, все хорошо. Что ты делаешь? Эй, я тебя спросила, что ты делаешь? Каждую неделю я хожу в клуб. Делаю вид, что напилась до отключки. И каждый раз какой-нибудь хороший парень подходит узнать, все ли в порядке. Все хорошо? Ты такая красивая. Я хороший парень. Разве? One, two, three, four. Я думал, между нами что-то есть. Ладно, тогда сколько мне? Чем я увлекаюсь? Как меня зовут? Ладно, это слишком сложно. Кассандра, мы учились с тобой вместе. Ты могла стать отличным врачом. Что случилось? Особые обстоятельства. Ты же помнишь, что произошло, да? Почему я ушла? Не только я тогда не поверила. Такие обвинения поступают к нам постоянно. Кому нужны мозги? Женщинам они лишь мешают. Я жалею, что не пошла с ней. Нужно жить дальше. И что будешь делать? Не знаю. Ну почему надо все портить? Мы были детьми. Столько раз это слышала. Нет оснований не верить ему. А я надеялась, ты уже все поняла. Такие обвинения – худший кошмар для любого парня. А ты угадай, что худший кошмар любой женщины. Я всю жизнь мечтала стать врачом. Подумываю снова заняться медициной. Девушка, подающая надежды. В кинотеатрах с 28 мая.